Президент анонсировал новые выплаты семьям с детьми. Сегодня Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Большинство его предложений были направлены на поддержку семей с детьми и тех, кто только планирует пополнение. Но без недовольных не обошлось. Кировчане в социальных сетях возмущены, что поддерживают только молодое поколение. Про стариков и инвалидов благополучно промолчал. Ага, а остальные не дети же, им не надо. Выплаты начнутся с 1 июля. Начисление в размере 5,5 тысяч рублей получат неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет. Материально поддержат и женщин, ставших на учет в ранние сроки беременности, и тех беременных, которые находятся в сложном материальном положении. Им Владимир Путин предложил выплачивать чуть больше, по 6 тысяч рублей в месяц. Больничные по уходу за ребенком до 7 лет женщинам предложено оплачивать в полном объеме, вне зависимости от стажа. 10 тысяч рублей предлагают выделять каждому школьнику, чтобы родителям было проще собирать ребенка. Окончательное решение еще не принято. Мы будем следить за развитием событий.